Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада приветствовать вас здесь, наконец-то. Это видео пролежало на моем жестком диске около года. Я не выпускала его так долго из-за войны и событий, что последовали за этим. Но сейчас я решила, что все же хочу это сделать. Поэтому к вашему вниманию мой старый новый влог. Сегодня мы ложимся спать пораньше, потому что завтра утром мы должны отвезти наших друзей в аэропорт. Ромка доделывает последние дела по работе. А я перенесла нужную мне информацию на жесткий диск. Сейчас 3:30 утра, и мы выезжаем вести наших друзей в аэропорт. Ребята грузятся в багажник. Доброй ночи всем! Доброй ночи! Здравствуйте. Ребята летят на Гавайи. Ага. Рома везет нас всех в аэропорт. Да, мы как это вот, провожающий. Да, американ вонен. Мы высадили ребят и едем обратно домой. Наш водитель. Еще больше что-то говорит. Что рассказывать вам? Ромка уснул. Я не уснула вообще. Нам пришла хорошая новость, и я настолько была excited, что я не смогла уснуть и просто залипала в ленте в Фейсбуке. Надо было спать. Я очень сонная, я даже не одела линзы. Я поехала прям как есть, домашняя, в очках. Сейчас 8:30 утра, и мы выезжаем с Сакраменто. Наш водитель на месте. Я все-таки поспала несколько часов и чувствую уже себя более-менее нормально. А Рома говорит вообще, что выспался. Я всегда выспаюсь. Дело в том, что не так давно в Штаты прилетела тетя Рома. Она и вся ее семья. Под ее семьей я подразумеваю ее, ее мужа и четверо их детей. Пока ребята будут смотреть дом, мы согласились посидеть с их детьми. Что из этого получилось, смотрите дальше. Зачем ты облила себя холодной водой? Случайно, что я очала воду. Какой цвет? Оранжевый. Оранжевый. Вау! Крутышка! Пристегнулись? Да. Все. А мы с Моникой идем пешком, потому что место только одно. Пицца. Разве нет? И сейчас мы будем обедать. Мы хорошие няньки. Да. Да, мы классные няньки. Ну, помучайте мне его на камеру чуть-чуть. Давай, мама. О, у меня чувствует сладенькое. Я хочу молочного. Ну и, конечно, уже такая привычная нам дорога из долины в Сакраменто. Доброе утро. Нашим друзьям доставили посылку, и я сейчас иду ее забрать, потому что нехорошо, чтобы она неделю лежала просто под дверью. Мы позавтракали, вышли из дома и приехали в Икею. Обычно исход визита в Икею такой, что ты выходишь с кучей всякой мелочушки, ну, помимо того, что ты купил. И сегодня нашей целью была именно вот эта мелочушка, которую мы покупаем поверх того, зачем обычно приезжаем в Икею. Икеевские хот-доги проиграли костковским. Они очень маленькие пирожурки, и ими особо не наешься. Да, не хотел наедаться. Лучше это, чем ничего. Наш переезд в самом разгаре. Сейчас я складываю такие вот коробочки с цепучими. И это рай перфекциониста. Эта коробка вообще не от этого. Она идеально встала. Excited. Мы ждем риэлтора, у Ромы сейчас митинг. Здесь коробки, он же купил себе блоуэр и что еще? И прошивоша. А здесь коробки, ребят. Мы реально съезжаем с этой квартиры, я не верю. He's been in the States. Almost 3 years. Oh, good for you. $30 фи. История заключалась в том, что мы не просто переезжаем. Мы купили свой первый дом в Америке. И мы переезжаем в него. Мы едем получать ключи от дома. И я взяла мою новую пахнючку. Ты excited? Да. Я тоже.
слушаешь? А что, я думала, мы тут стены забрызгаем. Ура! 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 Спасибо. Спасибо. Мы еще едем в тот дом жить, а потом вернемся. Да. Хочу вам сказать, что с покупкой дома нам очень-очень повезло. Во-первых, нам повезло с нашими риэлторами. Женя и Надя, спасибо, вы лучшие. Во-вторых, нам повезло с самим домом, потому что дом продавался от Zillow и был с ремонтом. Он был в той локации, которую мы хотели, то есть он подходил по всем нашим запросам. Идеально. Это то, чего Ромка так долго ждал. Он хотел это купить с первого дня, как мы приехали в Америку. И это мусорка на сенсоре. Рома, ты счастлив? Да, очень счастлив. От 1 до 10 на сколько? Я еще не собрал ее, но я в предвкушении. Рома очень расстроен, комментирует. Нету батареек. И что, он не работает? А как он должен работать? А как он должен работать, расскажи вот мне. Так. От чего он должен так работать? От motion sensor. Все, это обычная беспонтовая мусорка. Да, so far. Надо купить батарейки. Как тебе в пустой квартире? Хорошо, теперь я могу так делать. Я буду скучать по этой квартире. Я тоже. Садитесь под визу. Со всеми моими вещами? Ну да. Куда хочешь поехать? В наш новый дом. Аварийки включили или привязка? Рома, с окна. Да, идешь. Да. Чем с новосельем? С новосельем. Да. Ого. А что это у нас? Лето. Это как я люблю. Он сейчас свеженький под цвет стен. Да, кстати. Спасибо. Пожалуйста. Вы помнили цвет стен? Да. Мы выбирали. Там да. Сейчас красивый цвет. Ну и Андрей сказала, что Рома не любит Томми Хилфигер. А у нас Томми... Нет, у нас Келвин Кляйн. Да, Томми Хилфигер. Это было бы прикольно. Да, а смотри, оно под стены прям подходит. Так я же сказала, что они под стены подбирают. Все, спасибо большое. Помогли Береге.